Привет, привет! Ты здесь впервые? Намасте! Аджай, ты как раз вовремя. Пейган выходит в эфир. И о чем он? Без понятия. Думаю, скоро узнаем. Добрые люди Керата. Думаю, вы будете рады узнать, что слухи о моей смерти были несколько преувеличены. Я жив, и в мире все в порядке. Но жизнь — это перемены. И я призываю вас, жителей Керата, взять пример с меня и увидеть в этом благо. Перемены требуют сил. Но у меня нет повода усомниться в вас. Да, признаю, перемены коснулись и моей организации. Мисс Нур и Пол де Плёр решили покинуть меня после многих лет службы. Ну что ж, пожелаем им удачи во всех будущих начинаниях. И нам тоже нужно смотреть вперед, не назад. Покушение на мою жизнь — это не более чем жалкая попытка противиться переменам. Знаете же, Юма Лау, мой глав... Командующий, моя правая рука, которой я целиком и полностью доверяю, защитит меня от... Похоже, он бросил нам вызов. Она Шахты. Готова умереть. Ты все знаешь. Спасая мою жизнь. Ну же, давайте. Проверьте, на что она способна.
Подытожим. Перемены — это хорошо. Осознайте, ваш король жив. Радуйтесь. Юмор мой, неусыпный страж, ждет. Рискните. Постоянно приходится извиняться за Юму. У нее потрясающая способность портить первое впечатление. Хотелось бы, чтобы вы поладили друг с другом. Она моя правая рука. Одна из. Юма заключает сделки с иностранными партнерами. Следит за Нур и Деплером. Даже армией командует. Правда, в последнее время она поддалась пиратским суевериям. Она думает, я не знаю про экспедиции, которые она посылает в горы за теми магическими каракулями. Я согласен, трудовая дисциплина требует жертв. Но только тогда, когда ущерб от нерадивого сотрудника сравним с прибылью, которую он приносит. Что-то по нам стреляют! Твою шлюху мать! Его было не остановить! А твоя мать